А следующий матч в этой группе Лион принимал Фиорентину на своем поле, французская команда в синих футболках, Фиорентина в красных. Здесь хозяева были гораздо активнее, особенно это касается Лиссандро Лопеса. Он старался угрожать воротам при первой возможности. Вот один из его опасных ударов еще в начале встречи. Но доказать свое превосходство, материализовать его в гол Лион смог только после перерыва и забил очень важный гол. Здесь не доглядели защитники гостей. Пьянич, новичок Лиона, открыл счет. Этот результат не изменился до конца встречи. 1-0. В пользу чемпиона, в пользу французской команды. Одинаковые победы со счетом 1-0 держали Лион и Дебрецен, и Ливерпуль. И вот именно они возглавили таблицу. Но здесь тоже есть один явный аутсайдер, это Дебрецен. А Ливерпуль, Лион, тогда успех сопутствовал Лиону, он сумел выйти в плей-офф, но посмотрим, как в этом сезоне будет, сумеет ли Фиорентина поменяться с французами местами. Больше, чем любой другой, это дебютная игра казанского «Рубина» в Лиге чемпионов.